такая вот конструкция. Рычаг. Почему-то на резиновой подвесе лучше, чем на пружине. Телефон. Жестоко привязанный и показывающий. Не видно нифига на этом GoPro, но показывающий вибрацию. Специально сделан длинный рычаг, чтобы чувствительность была лучше. Вот. Весы. Берем грузик. Привязываем в любом месте. Делаем, разгоняем с одними и теми же оборотами. Смотрим показания, которые показывает телефон. Перевешиваем грузик в другое место. Смотрим другие показания. И записываем. Итого получилось самый большой дисбаланс 12, самый маленький 5.06. После этого, меняя вес груза, на весах смотришь, двигаешь в большую и меньшую сторону, и соответственно смотришь, стремимся к нулю, все как обычно.